Так, ну что ж, начнем программу с интересных новостей. Их сегодня много, поэтому ничего не буду говорить. Отбивочку, пожалуйста. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Саша расскажет стоя на белом кирпичном фоне. Киров опять прогремит на всю страну. Не-не-не, погодите, не выбрасывайте дымковского индюка из серванта. Это не коррупционный скандал и ничего не связано с взятками. Просто кировский гимн представят на всю страну на фестивале Содружества. Скука, да? Никто ни у кого ничего не украл. Дальше. Кирово-Чепецкий таксист по ночам резал коллегам автопокрышки. И вроде бы ничего не предвещало беды. Вот описание этого преступника. Спортсмен, семьянин, отец двоих несовершеннолетних детей. Ну, это все объясняет. Просто детишкам в школе на уроках труда сказали вырезать машинку из бумаги. Так вот, на колеса бумаги не хватило, вот папка-то и не растерялся. Одна новость лучше другой. В котельнице санитарку морга будут судить за украденный у покойника телефон. Так и вижу, как она свое оправдание говорит. А зачем он ему? Там ведь все равно не ловит. Хорошая новость для вас и плохая для нас. В Кирове появятся новые улицы. Это означает, что будут новые дворы, там будут новые проблемы, и у нас будет больше работы. Не нравится нам такая новость. И, наконец, вор вынес из квартиры зуевской пенсионерки два газовых баллона и фонтан. Можно вечно смотреть на три вещи. Как горит огонь из газового баллона, как течет вода из фонтана и как шьют дело зуевскому преступнику. Это были новости. Я люблю свой город. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Саша расскажет стоя на белом кирпичном фоне.